Привет, с вами Сергей Чураков, и сегодня 28 июня, среда. Я расскажу, как отследить товар, приобретенный в корпорации Access Marketing. Я сейчас покажу, что я приобретал и как я это делал. И что я сделал, чтобы получить трек-код. И где этот трек-код вставить. То есть полностью технологию по отслеживанию товара. Итак, переходим на официальный сайт access.com. Здесь ставим русский язык, либо другой язык. Логинимся. Дальше, чтобы приобрести товар, кликаем на продукты и переходите на такую страничку. Я сейчас покажу, что я приобретал. А приобретал я следующее. В разделе MobileNet мне понравились аудиопродукты. Раздел. Тут много продуктов разных. То есть я приобретал вот эти наушники. Audio Studio. Одни из самых передовых. Вот даже увеличу так. Одни из самых передовых Bluetooth наушников, доступных на рынке. Audio Studio Bluetooth имеют рейтинг номер один среди наушников в мире. Классическая полноразмерная накладная конструкция, подвижные чашечки и мягкие подушечки. Вероятно, звук 45 мм. То есть, короче, профессиональные наушники, студийные. Вот так, если мы кликнем, должно увеличиться. Вот, вот так они должны выглядеть. А как они уже вживую будут, я покажу в следующих видео, потому что я их уже жду. Так, кроме этого раздела, это клиентский кабинет. Вы можете перейти на себя и вот здесь Access Marketing кликнуть и перейти уже в кабинет. Здесь также в разделе «Купить продукт» вы можете кликнуть «Пакеты для консультантов». Так, открылся раздел «Пакеты для консультантов». И здесь вы можете также посмотреть каждый из продуктов, в данном случае MobileNet. И вот здесь MobileNet, мобильное устройство, наборы руководителя, аудиопродуктов. Вот в данном случае это аудиопродукт. Вот эти же наушники, это же описание. Здесь $180 и здесь купить. Нажимаете на корзину, откроется страничка, куда надо доставить. Чем вы будете оплачивать? iCash, кредитная карта, e-wallet, UnionPay, VCash. То есть, если у вас iCash это внутренний баланс, кредит карт это понятно, кредитная карточка, и e-wallet это внутренний баланс на кошельке e-wallet, UnionPay это для Китая, и VCash это еще один кошелек, который старенький. Но еще у кого-то есть, наверное, там деньги. Итак, после того, как вы приобрели, вам, естественно, на почту придет сообщение о том, что вы сделали покупку, то есть придет инвойс. Здесь в разделе «Статистика» вы можете отследить история от покупки продуктов. Кликаете сюда. Дальше я вам сейчас покажу апрель месяц. Так, апрель месяц, июнь. Не знаю, пусть будет 8. Ой, стоп. Надо применить. Так, давайте март. Да, вот, смотрите. Вот это сейчас чуть-чуть уменьшу. Значит, смотрите. Когда? Вот наушники Audio Bluetooth. Я их приобретал 7 апреля по предзаказу. То есть это шиппинг адрес, адрес доставки. Вот его цена. Значит, BV это объем, internal процесс, то есть за внутренние деньги, за комиссионные я их приобрел, завершено, и счет. Вот если кликаем на счет, давайте посмотрим, что это со счетом, то здесь мы видим invoice, то есть кто приобрел и так далее. Дальше. Что я еще приобретал? Я еще приобретал 31 марта умные часы мужские Black за $220. Они,
Умные часы идут также по предзаказу. В конце июля планируется их отправлять. Ну, уже начнут отправлять. А наушники начали отправлять в мае месяце. Вот до меня очередь дошла. И сейчас я вам покажу, где они идут. Я обратился в суппорт, позвонил в компанию. И вот смотрите, у нас есть центр поддержки. Кликаем на центр поддержки. И попросил на tracking number. Значит, что это такое? Открываем. И вот смотрите. Вот мне сбросили вот такую ссылочку с tracking номера. Давайте посмотрим. То есть компания отправила, транспортная компания или какая-то почтовая компания, USPS tracking result. Это результат. В общем, результат поиска. То есть вот он, мой номер для отслеживания. И вот здесь полностью. То есть 23 июня в 12 часов 13 минут пост-ПМ, то есть в обед фактически, наушники были отправлены из города Миннеаполис. Дальше 24 июня они были доставлены в Сан-Паулу. Дальше, 24 июня они были отправлены, то есть они ушли из Сан-Паулу. Дальше, 25 июня arrived это что? Прибывшие. Они прибыли в Чикаго. И 26 июня они отправлены из Чикаго. Они отправлены из Чикаго. То есть, где они дальше идут, я в процессе, в общем, буду отслеживать. И здесь такая вот шкала для отслеживания. То есть, в принципе, все доступно, все понятно, все доставляется. Осталось только получить и еще сниму видео, как я получаю наушники, там распаковка, естественно, будет. То есть, все как положено, следите за новостями. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч. Всем пока.